Всем привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Жарю вкусную картошечку с овощами. Посмотрите, здесь у меня картошка и овощи такие, как баклажаны, перец болгарский, и еще у меня здесь чеснок. Ой, сейчас, наверное, мы пригорели чуть-чуть. Нет, все нормально. Это я еще испугалась, пока вычиталась комментарии ваши. Жарим на растительном масле. Можно добавить кусочек сливочного в конце, чтобы был мягче и приятнее вкус. Подсолили, поперчили. Готовится очень быстро, получается очень вкусно. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, писать комментарии под видео, делиться рецептом с друзьями в соцсетях. Ну а пока, до скорой встречи! Всем привет, мои дорогие друзья! Привет! Сегодня я вышла на улицу, первый день. Спасибо дочери, она меня таблетками поила, чаем. Еще хочу сказать вам, мы привезли таблетки с Украины. Я медработник, много лет работала в медицине и знаю, какие таблетки нам нужны. Потому что в Польше таблеток таких нет, которые мы пьем. Есть таблетки, но они совсем по-другому. Не такие по качеству. И чтобы попасть к врачу, конечно, это проблематично. Спасибо. Мама первым делом про свое наболевшее. Да, мам? Да. Да. Какой-то ресторан-бар. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, то, что я показываю, ребята, это не значит, что мы туда ходим или мы это покупаем. Потому что некоторые думают, если я показываю пальто, значит, я покупаю пальто. Если я показываю какие-то дорогие продукты, то я их покупаю. Нет, все это не так. Я показываю, чтобы вы просто видели цены. И сама смотрю с интересом. Зашли с мамой в Ашан. Снова у нас морковки нету. Ну, такое, фруктов каких-нибудь надо купить. Смотрите, какая громадная корзина, ребята. Коммерческий ход, чтобы покупали побольше, да, ма? Да, ехали мы, ехали. В Ашане как раз мне сегодня надо борщ варить. Цена на фасоль 7,98, 450 грамм. Хорошая фасоль. И по 9,99 есть фасоль. А вот, кстати, горох есть по 3,75 злотых. Это не полный евро. Кстати, в Ашане горошек бондюэль, который вы мне говорили, по 4,99. Это 1 евро. Огурчики 7,28 или 72 гривны, или же чуть больше евро. Майонез по 12 злотых и по 14 злотых. Вот такой. В общем, цены разные. Вот такие конфетки, вот уже подарочные варианты новогодние полным ходом. И с разными вот вам колокольчиками, пожалуйста, и на палочке. И вот такое. Вот такое в коробочках. Слива в шоколаде 36 злотых за коробку. Вот такой Дед Мороз или кто это, или Санта, 18,39 коробка. Вот такие очень вкусные конфеты. Это я на Украине такие покупала. Ну, здесь тоже должны быть вкусные. Здесь вкусное все такое, что связано с продуктами. Малина свежая продается по 10,49, это 2 евро. Тут немного грамм, 125, но все-таки для украшения тортиков, пирожных, голубика. Вот. Ой, мама говорит, вот твои любимые, что ты там побачила? А, манго мама увидела. Мама тоже полюбила манго. Попробуем. Ну, как-то да, туговато. И дыни даже, да. Продается капуста квашеная по 2,99, пол-литровая баночка. Свекла
Это, наверное, отварная уже, да, отварная по 3,75. Такая. Огурчики квашеные 4,59. И вот даже вот в таких ведерках капусточка вот по 14 злотых. Это 3 евро получается. Мясо резаное по 14 злотых. Это 3 евро. Здесь получается упаковочка 400 грамм. Ну и фарш 7,99 свиной. Колбаски разные. Вот, ребята, мед липовый в Ашане по 22 злотых, литровая баночка. Тут даже есть ножики всякие, лопаточки, игрушки. Очень хороший магазин. Дезодоранты и цены в Ашане вот на Рексону. Цены в злотых. Умножаем на 10, получаем цену в гривнах. Делим на 2, цена в евро. А вот, ребята, в разных краях магазина разные цены. Яблочный сок литр 2,98. Это вообще очень хорошая цена. Морковные. Это как для деток. Это натуральные соки. Да, это натуральные соки классные. И цены очень хорошие. Вот, ребята, в Ашане детское шампанское, насколько я поняла. Вот его цена почти 10 злотых. Это 2 евро или 100 гривен. Верхняя зимняя одежда, внутри мех. Видите, ребята, такое пальто, или как назвать, 1199 злотых. 11 тысяч гривен. Или делим на 2. Ой, вернее, на 5, ребята, получаем цену в евро. Вот такие пальто. Ну, красивенько, но не дешево. Вышли из магазина, солнце так светит. Мама немножко хоть прогулялась, да, мам? Да, легче. Какой красивый снежок у нас спустился. Смотрите, ребята. Да, мам? На остановке сидим, ждем наш автобус. И снежок так красиво пустился, идет. Такой лопатый, но он сразу тает, потому что плюсовая температура и лужи. Мама чихает. Будь здорова. Ребята, хочу вам показать елочки, которые на балконах. Видите? Они, наверное, в специальных горшочках, потому что их то привозят, то увозят. То привозят, то увозят. Может, для каких-то декораций. То елочки и другие деревца привозят. В общем, красота какая. Такая погода сегодня. Суббота, 25 ноября. Больше мрака. Опускается снежок временами. Плюс 2, минус 2 обещается. Но сейчас плюсовая температура, обещается минус 2. Снежок сегодня опускается. То сильнее, то меньше идет. А еще желтые листики. Видите, на деревьях какая красота. А вот тут билеты покупаются проездные на проезд. Вот в таком автомате. Краковская карта Мейска. Мейска — это городская.